Рыбакит папа рисует. Привет, меня зовут Ваня, я папа, рисую на канале Рыбакит, и сегодня я буду рисовать не одного Деда Мороза, не двух, а трех Деда Морозов. Рисуешь со мной? И они будут очень простые. Правда, простые, но все-таки разноцветные. А рисуем трех Деда Морозов. Очень простых Деда Морозов. Сначала нарисуем им колпаки. Один колпак Деда Мороза. И у него сразу будет борода. Борода вот такая. Борода. Отлично. Теперь второй колпак. И борода. Я сразу рисую трех сразу, не по одному вот так, тык-тык-тык-тык, а сразу трех. Первого, второго, третьего. Теперь здесь. Один колпак, можно сказать, это уже третий колпак. И борода. Они немножко не похожи, но в принципе они похожи. Колпаки немножко в разные стороны смотрят. Отлично, нарисовали. Теперь рисуем им... что рисуем? Ручки. Смотрите, ручки я так рисую. Так вот, в эту сторону, вот так, ручка, и вторая ручка сюда, вот так вот, отлично, и шубки у них вот сюда идут, и теперь я рисую, они такие дружные, Дед Мороз, держатся за ручки держатся мои Дед Морозы, и третий Дед Мороз тоже держится, и такие вот у них шубки такие, как юбочки, это можно сказать, почти девочки, но может быть это и не девочки, просто это гномики Дед Мороза. Такие веселые. 1, 2, 3. Отлично. Теперь рисуем носы. Нос. Немножко разные носы. Глазки. Глазки тоже немножко разные, смотри. Найди три отличия называется. Немножко разные. Теперь рисуем им бороду, заканчиваем. У них вот так вот. Вот так вот бороду заканчиваем. И улыбочка. А это вот так заканчиваем. А здесь рисуем усы. И улыбочку. А этот вот так. Отлично. Варежки нарисуем. Варежки очень просто рисовать. Согласитесь, простые дела. Варежки легко рисовать. И теперь рисуем им ножки. Ножки очень тоненькие. У моих Дед Морозов просто очень тоненькие ножки. Прям тонюсенькие ножечки. Они такие, может, не русские Дед Мороза, а какие-то иностранные. И ботиночки нарисуем разные. Я так думаю, что они немножко будут похожи, так вот такие большие, толстые у кого-то средние, у кого-то будут вот такие вот, раз, с такими длинными носами. Здесь можно потренироваться и своей фантазией использовать разные фантастические ботиночки. Нарисуем им пуговички. У кого-то пуговички будут такие, а у кого-то вот такие. Вот такие Дед Морозы. Заканчиваем. И, конечно же, нужно обязательно бубончики нарисовать. Чего же я без бубончиков нарисовал? Теперь раскрасим. Раскрашу я масляной пастелью и начну с красного. Я всегда начну с красного. Мне нравится. Посередине будет красный Дед Мороз. Такой красный. Я раскрашу быстро. Если ты не успеваешь, ставь на паузу. Красный Дед Мороз, красный колпак. А ботиночки будут черные, наверное, черные. Красный Дед Мороз, красный колпак, раскрасили. Этот Дед Мороз будет зеленый. Беру зеленый мелок, раскрашиваю зеленым. Зеленые Дед Морозы не часто мне виделись. Я видел голубого, синего, серебряного, белого, красного. Розового я рисовал уже. Зеленого. Ну и нарисуем вот этот, наверное, голубой. Такие три гнома Дед Мороза принесли нам подарки, полный мешок игрушек, разных поделок и разных машинок и игрушечек. А мы довольны им рассказываем стишки. Теперь черненьким, я думаю, все ботиночки у меня будут черненькие, чтобы хоть что-то их объединяло, наших Дед Морозов. Так. Ух. Тяжело. Рисовать много Дед Морозов. Надо постараться. Теперь берем бежевым и телесный цвет покрасим им лица. Лица покрасим одного цвета, а черненьким подведем глаза. Черненьким глаза и бровки можно нарисовать.
такие довольные Дед Мороз у меня получились. Для напоследок, я так думаю, можно взять розовый, к примеру, и добавить, что у них есть розовые бороды, к примеру. Мне нравятся розовые, и такие у нас няшные Дед Морозы сегодня получились, что можно добавить розового. И еще можно добавить розовые шарики, как будто идет большой разноцветный, ну, такой розовый снег. Он сладкий, и сладкая вата, снег из сладкой ваты, хорошая идея. Вот такой вот у нас рисуночек. Я надеюсь, тебе понравилось, ты будешь рисовать со мной и еще какие-то другие рисунки. С Новым годом тебе, с новым счастьем, новых рисунков в следующем году. Спасибо, что остаешься со мной. Если у тебя есть свои рисунки и ты хочешь их показать, присылай в группу ВКонтакте или в Инстаграм «Рыбакитпапа рисует». И рисуй как можно больше, дари свои рисунки своим близким, они будут очень довольны. Это счастье. До новых встреч, пока-пока.